19 августа, Одесса. Всем доброе утро. Ночь у нас прошла спокойно, без воздушных тревог. А вот 8:00 утра слышны взрывы. Тревогу не объявляли. А взрывы уже, не знаю, на протяжении, наверное, минут 10. Что-то как вдалеке, такие глухие, очень сильные. И что даже собака гавкает на каждый взрыв. Я не знаю, что это за взрывы, тревогу не объявляют. Не знаю, и ничего не пишут, что это такое, ничего не сообщают. Так что я не знаю, как бы берегите себя. Будет какая-то известная информация, я обязательно вам сообщу.